Осторожно. Что это за место? Открываю досье. Неизвестно. Что мы тут делаем, Бити? Нам надо пройти через этот комплекс и встретиться с майором Андерсоном. Это наш единственный шанс выжить. Эш, это Близ, как слышишь, прием. Это Эш, слушаю. Тень не отвечает. Похоже, пилот из ополчения рвется в герои. Видимо, идет к вам. Убейте его. Понятно. Конец связи. Кто такой Близк? Наемник часто работает на АМС, военный преступник. Близк виновен в смерти моего предыдущего пилота, капитана Ластимозу. Замечен вражеский титан. Иду в бой. Думаешь, сможешь стать настоящим пилотом? Замечен титан ополчения. Номер шасси BT-7274. Вступаю в бой. Чрезмерные повреждения. Субтитры сделал DimaTorzok.
Требуется батарея на замену. Отлично, пилот. Вы быстро втянулись в дело. Включен режим пилотирования. Грузовой лифт на погрузочной площадке сократит путь. На вашем дисплее помечена панель управления. Это идея. Спасибо, пилот. Атакую пехоту противника. Грузовой лифт включен. Пилот, мне нужна помощь. Тревога. Тревога. Посторонний титан на погрузочной площадке 13. Передаю титан подтвердительный пункт. Эш вызывает капу 3. Место проникновения – погрузочная площадка 13. Принято. Капа 3 скоро прибудет. Пилот, я не могу высвободиться. Ковер. Похоже, автоматическая охранная система поймала титан. Нам время работать. Сообщаю, меня тащит в подстанцию объекта. Бити, как до тебя добраться? Идите вдоль труб на нижние уровни. Внимание, теряю контакт. Соблюдайте осторожность. Этим должны Марвины заниматься, а не пехотинцы. Нет. Не для того мы готовим. Такое вообще стратик. Блиск, это Эш. Я захватила титан класса Авангард. Не плевать, уничтожь. Что с пилотом? Им занимаются. Это здание само по себе оружие. Если понадобится, я пущу его в ход. Эш, хватит в игрушки играть. Тебе не за это платят. А, конец связи.
Они везут меня по сборочной линии. Там есть общий выход. Рекомендую вам идти по платформам. Пилот, этот комплекс полон опасностей. На сборочной...
инструкциями. Вам до меня недалеко. Идите. Мы выберемся, Бити. Ты только держись. Я уже иду. Ваша уверенность в нашем воссоединении ободряет. Позитивное мышление характеризует хороших пилотов. Thank you.
порядке? Вроде да, но и мясорубка. Ты в порядке? Конструкция не повреждена. Не думаю, что это мясокомбинат. С моим везением тут скоро все вывернется наизнанку. Или вернем, учитывая обстоятельства. Загружается сценарий 127 в куполе динамического моделирования 304. А теперь давай посмотрим, на что же способен. Доставка испытуемых ополченцев. Загрузка сценария 127 завершена. Начнем же. Выпускаю спецов. Забери!
Я тут типа занят, BT. Если вы в бою, используйте маскировку. Она временно сделает вас невидимым. Запуск испытательной программы Жнеца АМС. Содержится запасы оружия. Я видел, как его грузили на сборочном конвейере. Впечатляющая тактика. АМС будет не против, если я задействую еще несколько боевых единиц. Задействую дополнительных жнецов. Задействую дополнительных жнецов. Задействую дополнительных жнецов. Разнообразие сценарий. Вы все следы поблагодарите меня за ужин.
повышение боевых качеств жнецов. Возможно, я пересмотрю свой заказ. Должна отметить твою настойчивость, но пора с тобой кончать. Капа-1, убейте пилота ополчения. Разрешаю вступить в бой. Открываю дверь, отряд, приготовиться к штурму купола! Похоже, я ее достал. Объясните мне это выражение позже. Выбирайтесь оттуда, пока можете. Я обнаружу проход во внешней стене. Помечаю на вашем дисплее. Выбирайтесь оттуда, пока можете, помечая на вашем дисплее. Как я и ожидал, я хотел бы самым сильным стоять в твоей решимости. Похоже, придется мне действовать самой. Редкий расчет с моей стороны. Ты где, боковая линия? Что у вас? Цель не видна. Эш, скажи мне, что ты убила того пилота. Почти убила. Не отвлекайся на свои игры. Что, нельзя совмещать приятное с полезным? Нет, если мешает работе. Поняла. Конец связи. Спокойствие. Я за его голову такую цену назначил, что тебе на любые игрушки хватит. Сектор 4, Чарли. Подрыв зарядов с 21 по 29. Всему персоналу АМСИ. Говорит Эш. С сожалением сообщаю, что поскольку вам не удалось справиться с нарушителем, отряда мне придется уничтожить весь комплекс. Некоторым из вас покажется, что это крайняя мера. Так и есть. Рекомендую вам поскорее эвакуироваться. Знаю, что вы сделали, но взрывы ослабили руку манипулятора. Я свободен. Здание разваливается. Предлагаю покинуть его. Похоже, вы совсем недалеко от меня, отмечаю местоположение.
очень опасно. Пилот, советую вам забраться в кабину. Включаю режим пилотирования. Этим куполом пометил на вашем дисплее. Похоже, ты не туда свернул, пилот. Цену за твою голову, пилот. Так что живой или мертвый, ты не дорог. Начнем. Отлично. Ядро полета включено.
Требуется батарея на замену. Хорошо, твоя кончина. Как ближе? Тебе не стоило этого делать. Внимание! Реактор нестабилен. Требуется батарея на замену. Чрезмерные повреждения. Опасность. Ядро полета готово. Сколько упорства, но слабости столь очевидны. Ядро полета выключено. Всем сильное повреждение корпуса. К сожалению, слишком медленно и слишком поздно. Охранная блокировка отключена. Доступ на поверхность разрешен. Пилот, охранная блокировка отключена. Рекомендую покинуть объект через туннель. Я пришел к выводу, что лучше избегать коротких путей. Андерсон, где ты здесь? Обследуйте объект. Встретимся на той стороне. Не попадайся больше, Бити. Срезать путь не буду.